Небольшая пивная на шумной улице Берлина для невнимательных посетителей мало чем отличающаяся от обычных заведений. Но зайти сюда можно только при одном условии. Вы женщина. Бегины – пивная в здании, которое еще в начале 80-х целиком захватили женщины. Отремонтировали, открыли небольшое кафе и постановили – мужчинам вход воспрещен. Даже оператору мужчине сказали твердое «нет». Корреспондент телеканала «Ост-Вест» Люба Камырина встала за камеру. Женщины сюда приходят, потому что они здесь могут расслабиться, к ним никто не пристает. Случается, мужчины заходят, но очень быстро уходят. Некоторым мужчинам страшно, когда вокруг столько женщин. Разумеется, иногда слышишь высказывания типа «я переоденусь женщиной», но когда им спокойно объясняешь, они уходят. Они могут и в соседнюю пивную пойти. Ману Гизе, бессменная руководительница кафе, лично следит, чтобы в помещение не попали мужчины. Еще в 80-х кафе было местом физической защиты женщин. Прямо напротив пивной находилась площадка, где стояли секс-работницы, которые могли спрятаться в помещении в случае неприятностей или просто отдохнуть в исключительно женской компании. Такое кафе – небольшой вызов привычной жизни пианистки Наташи Тарасовой. С феминизмом у нее сложные отношения, и назвать себя феминисткой она точно не может. Я все-таки люблю общество мужчин. И когда общество только женщин, наверное, мне мужчин не хватает. Еще лет 40 назад женщины в Германии, чтобы устроиться на работу, должны были предъявлять официальное разрешение от мужа. Теперь высшее образование и карьера, опыт жизни в 5 странах и 3 брака. Наташа Тарасова признает, сторонники феминизма добились многого, в том числе и для нее, но уже перешли грань допустимого. Жуткая, на мой взгляд, политика в Европе, гендерполитик. Мне кажется, женщина все-таки должна была бы оставаться женщиной, мужчина оставаться мужчиной. И что значит быть и оставаться женщиной? Да, вопрос интересный, конечно. Но надо сначала понять, что такое женщина. Но мне кажется, женщина в первую очередь должна быть красивой. Или должна хотя бы стараться быть красивой. И привлекательность женщины в чем состоит? Это определенная пластика. Да, это не мужская, а грубая. Что должна и должна ли вообще женщинам? Пожалуй, главный вопрос, вокруг которого и строится и идея, и главные споры феминистического движения. Его участницы и участники в борьбе за независимость ставят главное условие – равные права и возможности, вне зависимости от пола, в зарплате и учебе, распределении домашних обязанностей, при приеме на работу и повышении в должности. Но более чем столетняя борьба против дискриминации еще далека от завершения. Проблема гендерного неравенства актуальна и для развитых стран. По статистике, женщины в Германии зарабатывают в среднем на 22% меньше, чем мужчины. Это один из худших результатов в Европе. Кстати, в январе Германия приняла закон. Сотрудницы и женщины теперь могут запрашивать информацию, отличается ли их зарплата от выплат сотрудникам мужчинам на аналогичных позициях. Шансы женщин получить травму при ДТП на 47% выше, чем у мужчин. Причина – краш-тесты, на которых производители обычно используют манекены мужчин и не учитывают физиологических особенностей женщин. Шансы на инфаркт у женщин выше, чем у мужчин. Американские исследователи опросили 1000 пациенток с инфарктами и выяснили, 30% из них обращались к врачам с жалобами на боли в сердце, но доктора проигнорировали их симптомы. В то время как домашнюю работу без лишних вопросов отдают женщинам, руководящие посты в компаниях получить не так-то просто. ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, одна из целей ее работы – равенство полов. При этом только 30% руководящих позиций занимают женщины. А это снова Германия, ее 16 земельных и один федеральный министр внутренних дел. У меня был перформанс про власть, назывался «Лестница». Я
поднималась по лестнице, которая символизировала лестницу власти, власти, которая, опять же, фактически всегда принадлежит мужчинам. Яна Сметанина, художница из Москвы, лишь несколько месяцев живет в Берлине. В небольшой, пока явно не обжитой квартире, минимум мебели, но зато окно в пол для художницы – круглосуточный источник вдохновения. Прошлая жизнь Яны осталась в Москве вместе с друзьями, знающей ее публикой и трагической историей, о которой Яна ни рассказывать, ни, видимо, даже вспоминать не хочет. Попытки переосмыслить собственное прошлое привели к одной из главных тем в творчестве – феминизм. Наверху у меня стоял ассистент, и мы с ним сначала вместе начали наш путь, как два равных человека. Но в какой-то момент он на лестнице остановился и занял свою такую главенствующую позицию мужчины при власти. И стал меня с этой лестницей сталкивать. Это был совершенно такой бесконечный, по-моему, перформанс. Я даже не знала, как я из него выйду. И в какой-то момент я зашла в тупик, потому что я по лестнице подняться я не могла. Да, мужчина стоит сильный. Он меня все время сталкивает, у меня уже ободраны колени, потеряна обувь. Вмешалась моя подруга Таня Сушенкова, она пробралась по этой лестнице с другой стороны, скинула этого мужчину просто сзади. Так что солидарность женская, она появилась в самый неожиданный момент. Женская солидарность и женская помощь, оказывается, нужна и в Германии. Практически ежедневно Яна сталкивается с анонимными криками о помощи. Женщины, чаще всего русскоязычные, становятся жертвами домашнего насилия и не могут уйти. Не звонят в полицию, не обращаются в многочисленные центры поддержки женщин и остаются жить в страхе. И после более чем 100 лет развития феминизма сторонникам этого движения приходится бороться не только за равные права в зарплатах и карьерных возможностях, но и элементарно за физическую безопасность женщин. С чего и началась эта пивная – с права женщин быть в безопасности. Для чего нужны мужчины? Когда трудно, на плечо опереться, всплакнуть. Вот. Опять же, чтобы обнял, поцеловал. Не для того, чтобы он меня содержал. Думаю, что женщины здесь немножко преувеличили в том смысле, что мужчины часто чувствуют себя уже не мужчинами или они не нужны как мужчины. Я разговаривала с многими моими немецкими друзьями, для них это настоящая проблема. Мне пришлось какое-то время общаться с женщинами, которые находились в психушке. И я эти разговоры записывала и очень долго об этом думала. И потом у меня получился художественный проект, потому что я нашла нечто общее у всех этих женщин. Они все оказались, как правило, жертвами насилия. Кого-то изнасиловали в 7 лет родственники, кого-то просто избивал муж, кого-то избили на улице. Вот все истории, они были как на подбор, как по одному шаблону. И то, что они были в больнице, это было следствием этого пережитого насилия. На самом деле, психов, как таковых, там не было. Елена Остайна, Алексей Протасов, Люба Камырина. Ост-Вест.